Суток, дорогие друзья, а также гости канала «В лесу как дома». Давно мы с вами не виделись, на это есть несколько причин. Сейчас пока дровишки доходят до угольков, пока чаечек стынет, я вкратце вам постараюсь все рассказать, что у нас и как у нас все было. Ну, значит, первые походы, первые две недели после моего последнего похода у нас были страшные метели, снегопады. Выбраться вообще куда-то из города возможности просто не было. То есть даже не справлялась техника с тем, чтобы вычищать город. На работу было тяжело ходить. Все обходными, объездными путями добирались. Поэтому была у меня попытка выбраться в лес. Но просто дошел я до центральной дороги, до шоссейной, так скажем. Там горы снега, я решил не рисковать, да, не перебираться. В общем, вернулся домой. Но затем и до меня добралась вот эта самая, та самая, так скажем, болезнь, про которую все говорят. В общем, заболел я тоже и с девушкой, сидели мы на карантине. Протекала болезнь более-менее легко, но вот этот кашель, горло, как бы температуры не было, но вот кашель, горло, насморк очень длительное время не проходили. И я как бы, ну, решил не рисковать, так скажем, отсидеться дома, как бы, чем черт не шутит, как говорится, береженого Бог бережет. Вот. Ну, а сегодня выдалось, сегодня воскресенье, 27 февраля, сейчас утро, выдалась вообще прекрасная погода, ни единого облачка. Ветра вообще нету никакого. И, ну, в такой день не выбраться хоть в маленький такой походик. Это, конечно, я не удержался, не усидел. Пусть еще немножко и кашель, и насморк не прошли, но я все-таки решил выбраться, разжечь костерок, посидеть в лесу, наконец-то насладиться свежим воздухом. Да и собака тоже тут беснуется от радости, как косуля тут скочет. Тоже месяц же дома сидел, никуда не выбирался. А он, как и я, такая дикая душа, так скажем, любит активный отдых, да? Да, ну иди сюда. Ваше здоровье, друзья.
кладем с вами мяско. Вот такие вот кусочки у нас. Вот как-то так у нас получается. Ну и не забываем переворачивать. Я думаю, минуток 8. И мяско у нас будет готово. Ну что, друзья, вот такой вот у меня получился стейк из свининки. Сочнейший просто. Хлебушек, чаек, голодяй. Нельзя. Ну что, и будем мы, наверное, даже больше сказать, завтракать. Потому что сейчас 10 часов утра. Точнее, 11 час. Но я дома не завтракал. Решил пораньше выбраться. Так что будем мы, в общем, принимать пищу. Все, кто принимает пищу вместе со мной. Всем приятного аппетита, друзья. Ну что, попробуем мяско. Как я просто соскучился по еде, приготовленной на природе, ребят. Это просто нереально. Я думаю, излишние комментарии здесь не нужны. Ваше здоровье.